Лукас Кранах-старший, один из популярных представителей искусства Возрождения, придворный художник курфюрста Фридриха Мудрого, последователь Альфреда Дюрера и Иеронима Босха, родился 4 октября 1472 года в местечке Кронах, название которого впоследствии трансформировалось в фамилию художника. О годах детства и юности Лукаса Кранаха точных сведений нет, но многое специалисты предполагают с большой долей вероятности. Одни источники утверждают, что его отец неизвестен, а фамилия юного Кранаха была Зюндер. Согласно другим сведениям, Лукас появился на свет в семье художника Ганса Мюллера, жившего и работавшего в Верхней Франконии в городе Кронахе. Отец и дед Кранаха были живописцами, и азы ремесла Лукас постигал под руководством отца, чье имя сохранилось лишь в косвенных упоминаниях. По обычаю того времени, окончив первоначальное обучение в мастерской отца, он в 1490-1500 годах, вероятнее всего, отправляется в путешествие по Придунайскому региону. Его первые рисунки не сохранились. Достоянием общественности стали произведения Лукаса, созданные художником в возрасте примерно 30 лет. Ранние работы позволяют предположить, что он был в Баварии. В них чувствуется знакомство с работами баварских мастеров. Затем была Палестина, а в 1501 году Вена. В столице Австрии живописец провел 2 года, изучая творчество Альбрехта Дюрера. Именно здесь он написал свои первые, дошедшие до наших времен, произведения с узнаваемым автографом. В их числе ранняя работа Кранаха «Адам и Ева» поступила в галерею Уффици в конце 16 века именно как произведение Дюрера. Позднее авторство Кранаха подтвердилось, как и то, что для написания этой работы он использовал одноименную дюреровскую композицию. Кранах был настолько увлечен работами великого немца, что воспользовался одноименной композицией мастера для создания своего варианта. Библейский сюжет об искушении прародителей запретным плодом повторяется примерно 50 раз. Мифологические сюжеты у художника в этот период были преобладающими, а приемы изображения он использовал декоративные. В написании портретов его кисть становится все более изысканной и вычурной. Он предпочитал выбирать сюжеты, в которых можно было бы обойти запрет церкви и показывать обнаженное тело, что весьма нравилось высокопоставленным заказчикам. «Адам и Ева» стал идеальным полотном, отражающим эти тенденции. Ранние версии картины включают лишь участников события. На более поздних появляются животные, которых создал Бог. Композиция всех картин идентична. Древо познания добра и зла, которое у художника всегда является яблоней, делит произведение пополам, в конкретном случае на 2 доски. Герои картины запечатлены в Эдемском саду в момент согрешения. Кранах добивается не анатомической точности, а изысканной духовной чувственности. Вытянутые изображения Адама и Евы естественно выделяются на сумрачном фоне. Их позы можно назвать сценическими, неестественными. Движение подчеркнуто нарочитыми. Этим Кранах открывал путь манеризму. Художник привлекает внимание к эротической красоте обнаженной героини, держащей в руке яблоко.
Он использует классические приемы воссоздания пространства и интерпретации человеческих тел. Полотно отличается образной успокоенностью, композиционной уравновешенностью, размеренной пластичностью силуэтов, смягченностью конфигураций. Однако образы лишены индивидуальности, неповторимости. Это безупречное и совершенное изображение великолепных человеческих тел, созданное по классическим образцам, которые показывают нам вершины прекрасного. К началу 1500-х годов относятся самые ранние дошедшие до нас произведения, подписанные именем Лука в Кранах. Религиозные сцены, пейзажи, портреты, распятие, отдых на пути в Египет. Эти работы несколько сумбурны. В них нет еще тех мелких деталей и многоплановой композиции, которые будут присущи картинам Кранаха в дальнейшем. Свой шедевр, жемчужину своего творчества, картину «Отдых на пути в Египет», Лука в Кранах старший написал в Вене в 1504 году, будучи молодым художником. Ювелирный рисунок, сияющий колорит, звонкая голубизна небес, изумруд зелени, новое чувство природы этой и других пейзажных картин Лукаса Кранаха ставят художника в ряд выдающихся мастеров Северного Ренессанса. Поиски в области формы приводят художника к счастливым находкам, которыми изобилует эта работа. Мария как бы находится в широкой раковине, образованной ее одеждами. Через всю картину тянется вереница обращенных к младенцу Христу фигурок ангелов, чьи беспокойные движения уравновешиваются позой Иосифа, прислонившегося к сосне. Эпоха Возрождения внесла новые трактовки в популярные сюжеты, такие как «Распятие Христа». Лука в Кранах продемонстрировал свое видение революционное для своего времени. Если раньше данная сцена выглядела у авторов монументальной, статичной и величественной, то немецкий живописец добавил в нее долю драматизма, выраженную в композиции и в колористическом решении. Мария с Иоанном изображены в окружении трех крестов. Они о чем-то беседуют, только взгляд Марии заставляет зрителя перевести взор на главного персонажа полотна, распятого Иисуса. Фигура Христа расположена сбоку картины, и это совершенно новый в композиционном плане ход, да и к тому же он виден зрителю всего в полоборота. Взволнованный разговор Марии и Иоанна также является чем-то совершенно новым, ведь до этого герои лишь благоговейно смотрели на Спасителя. Обращает внимание на себя и пейзаж, спустившиеся тучи на синем небе нагнетают драматизм и привносят тревожности в трагический христианский сюжет. Удачно сочетая в своих работах готические традиции, господствовавшие в те времена в немецком искусстве, и основные принципы живописи Ренессанса, Кранах сумел создать особенный стиль. На его полотнах фигуры персонажей гармонично вписаны в пейзаж, за счет чего художнику удалось наиболее полно передать индивидуальные черты характера своих моделей. Несмотря на то, что многие заказчики мастера были представителями знати, художник изображал их без излишней идеализации, предпочитая показать тот богатый внутренний мир, который раскрывался перед ним в процессе работы.
На ранних картинах Лукаса Кранаха отчетливо заметно, что художник отдавал предпочтение нестандартным цветовым решениям. Этот прием комбинации с асимметрией был довольно новаторским для того времени. Более зрелый период творчества представлен полотнами, где преобладает поэтическое начало, благодаря которому сюжеты, насыщенные мелкими деталями, приобретают флёр сказочности и идиллии. Известные картины Лукаса Кранаха-старшего «Адам и Ева», «Распятие», «Венера и Амур», «Мадонна», «Нимфа источника», «Меланхолия», «Охота на оленя», «Суд Париса», «Юдив с головой Алаферна», «Портрет Мартина Лютера», «Принца Саксонии», «Фридриха Мудрого», «Сибиллы Клевской», «Анны Куспиниан». Сюжет для картины «Юдив с головой Алаферна» был взят из легенды о иудейской женщине, которая спасла свой город от врагов, лишив их предводителя. Хитростью она проникла во вражеский лагерь и дождалась момента, когда Алаферн был пьян. Отрезав ему голову, Юдив принесла ее в город и вывесила на стене. Деморализованные гибелью полководца враги отступили от стен города. В центре композиции «Юдив с головой Алаферна» расположена фигура женщины. Темно-бордовое платье и шляпа неожиданно сочетаются с латными перчатками. Меч ее руки выглядит не оружием, а символом. Символом свободы и возмездия. Голова поверженного врага лежит на столе, как уже ненужная часть декорации. Спокойное, почти неживое лицо женщины уводит взгляд в сторону. Ни торжества, ни сожаления. Только легкая усталость во взгляде. Статичность фигуры присуща живописи того времени. Но на картине эта статичность подчеркивает уже свершившийся факт. Многих художников привлекал сюжет героического поступка Юдифи. Было создано большое количество полотен в разное время и в самых разных стилях. Но Кранах создал именно картину-символ. В 1505 году Кранах поступает на службу к арфюрсту саксонскому Фридриху Мудрому, при дворе которого в Виттенберге он проведет большую часть своей жизни, около 45 лет, в качестве придворного художника. Фридрих Мудрый, мечтавший сделать Виттенберг крупным культурным центром, высоко ценит художника. Возможно, этому способствуют общие религиозные устремления. Оба они поддерживают реформацию и знакомы с Мартином Лютером. Знакомство Кранаха с Лютером состоялось в начале 1520-х и вскоре переросло в тесную дружбу. Приняв учение Лютера, Лука становится живописцем реформации, создает картины и гравюры, выражающие идеи реформации, иллюстрирует сочинения Лютера, пишет его портреты. В 1508 году Кранаху пожаловано дворянство и личный герб. На щите змея-дракон с крыльями летучей мыши, затем превратившаяся в дракона с крыльями птицы. Герб стал его личной подписью и позднее маркой его мастерской.
В этом же году Фридрих отправляет Кранаха с дипломатической миссией к императору Священной Римской империи Максимилиану I в Нидерланды, где он пробудет до 1509 года. В подобном поручении нет ничего удивительного. В то время придворные художники нередко чередовали творчество с дипломатией и добивались успеха на обоих поприщах. Хрестоматийный пример – дипломатическая карьера Рубенса. После возвращения в Эдинбург получил звание дворянина и должность главы крупной художественной мастерской. Под его началом трудились 10 молодых мастеров, которые помогали писать картины, иллюстрировать книги и продавать их. Со временем мастерская стала приносить немало доход. Кранах разбогател настолько, что горожане стали считать его уважаемым человеком и неоднократно избирали на пост бургомистра Виттенберга. В Нидерландах Кранах вплотную знакомится с творчеством Иеронима Босха и даже пишет копию его известнейшего произведения «Страшный суд». Испытывает влияние Гертген Тотта и Ван дер Гуса. После этой поездки в творчестве Кранаха с большим количеством появляются алтарные образы, изображения Мадонны. Помимо портретов он начинает писать заказные кабинетные картины небольшого формата. К этому же времени относятся и первые обращения мастера к сюжетам и героям античной мифологии. Огромным источником вдохновения стали для Лукаса Кранаха старшего работы «Да Винчи», с которыми художник познакомился во время поездки в Мелехен в 1508 году. В 1509 году он пишет «Венеру и Амура», первое в Северной Европе изображение обнаженной античной богини. До него так писали только Еву. Подобная смелость трактовки не встретила осуждения у публики. Кранах по-прежнему пользовался популярностью, принимая заказы на портреты. Картины на античные и библейские темы, идиллические пейзажи. В этой работе ренессансское отношение к красоте соединено с лютеранской строгостью и дидактичностью. Надпись на латыни предупреждает зрителя: «Всеми силами гони купидонова сладострастия, иначе твоей ослепленной душой овладеет Венера». Знаменитая картина Кранаха, посвященная античным героям Купидону и его матери Венере, несет много скрытого подтекста. Созерцание работы начинается со слов, написанных в правом верхнем углу картины, о том, как близко соседствуют друг с другом боль и удовольствие. При обманчивой прозрачности сюжета, раненый пчелами Купидон, сжимая в руках сот, обращается к матери за сочувствием, но та и не думает его утешать. Смысл полотна гораздо глубже. Венера откровенно позирует на публику. Вытянутая вверх фигура, пленительный взгляд, чуть расставленные ноги по разные стороны ветки, эротизм, сексуальность чистой воды, сулящие опасные удовольствия. Автор явно делает отсылку к своей современности. На Венере украшения, которые носили саксонские девушки, современницы Кранаха, а на фоне скал
проступает классический немецкий замок, да и речной и лесной пейзаж уж очень свойственен германской живописи. Купидон показывает зрителю, что иногда, испытав удовольствие, неминуемо нужно ждать расплаты, и в его случае это пчелы. А вызывающая откровенная Венера намекает, что речь о расплате за удовольствие не обязательно может касаться лишь меда. По возвращении из Нидерландов в Кранах выгодно жениться на дочери богатейшего виттенбергского пивовара и строить собственный дом. Благожелательность власти имущих, высокие гонорары и немалые доходы от лавок, полученных приданное за женой, к 40 годам превращают в прошлом странствующего безродного живописца в состоятельного уважаемого родовитого гражданина, владельца земельных участков, домов, собственной мастерской, откуда выходят картины сыновей и последователей художника, созданные по его мотивам, подписанные его монограммой «Крылатым драконом», и типографии, где тиражируются гравюры с его работ. Со временем Кранах становится членом городского совета, трижды в разное время исполняет должность его казначея, а в 1537 году избирается правящим бургомистром Виттенберга. В 1510-30-е он сосредоточился на написании портретов, а также жанровых картин, в основном на мифологические и библейские сюжеты. Из-под его кисти все более утонченной и манерной в угоду многочисленным заказчикам сходят бесконечные Адам и Ева, Юдив, Магдалина, Версавия, сюжеты, где можно было изобразить обнаженное тело, изысканные одежды и фоны. Эти кабинетные картины предназначаются для украшения интерьеров в домах вельмож или патрициев. Не случайно Кранах выбирает для них такие темы, как Венера, Лукреция, Суд Париса, неравная пара, соответствующая вкусам высокопоставленных заказчиков. Из мастерской Кранаха вышло большое количество различных Венер, Аполлонов, Парисов, Нимф и Граций. Одних только Лукреций было больше 30. Основой для сюжета полотна великого живописца послужили события, связанные с легендарной древнеримской героиней, красавицей Лукрецией, высоконравственной женой Патриции, изнасилованной сыном царя и не сумевшей пережить позор и унижение. Случилось это в V веке до нашей эры. Сын римского царя Тарквиния Гордого пленился красотой Лукреции и, угрожая ей оружием, изнасиловал. Лукреция рассказала обо всем мужу, и чтобы предотвратить это бесчестие для мужа и семьи, заколола себя у него на глазах. Это событие послужило началом бунта, поднятого Луцием Юнием Брутом, привело к свержению царской власти в Риме и установлению республики. Художник создал более 30 картин на эту тему. К этой истории обращались Тициан, Боттичелли, Веронезе, Рембрандт.
легендарная древнеримская добродетельная жена римского патриция Тарквиния Калатина и дочь консула, слыла необыкновенной красавицей, но семейная честь для нее была дороже жизни. Именно поэтому на протяжении веков римская история Лукреция была весьма почитаема. Кранах вдохновила сцена, предшествующая самоубийству. На картине фигура Лукреции полураздета. Видна прекрасная обнаженная грудь. Красавица неустрашимо сжимает кинжал, направив его в свое сердце. Прекрасный взор миндалевых глаз опечален и задумчив, но само лицо спокойно. Оно уже сделало свой выбор. На некоторых полотнах видны выступающие из-под лезвия капли крови, гармонирующие с парчей губернства гордой женщины, решившейся на последний шаг. Великолепно передано мерцание драгоценных украшений и драпировка роскошных одеяний. Кстати, одежда на холстах Кранаха нередко выглядит гораздо привлекательнее, чем лица персонажей, которые напоминают шаблонные маски. Изгибы шелковой ткани, складки костюмов, обшитых лентами и жемчугом, обладают неповторимой выразительностью. Также колоритные и рельефные прекрасные женские руки и плечи. Даже само тело, лишенное одеяния, драпировано богатыми украшениями. Старательно причесанные волосы, не спадающие до плеч, вплетены нити жемчуга, грациозно изогнутая шея, унизана рядом бус и колье. Нередко Кранах используют для драпировки женского тела прозрачные ткани, окутывающие, словно дымкой, фигуры героинь. Этим приемом он достигает невероятного эффекта в изображении женщины, одновременно одетой и раздетой. Все эти способы позволяют показать героиню переломный момент ее жизненного пути на грани жизни и смерти. Художник отобразил не смерть, а самый драматичный момент. Кинжал сейчас вонзится в это прекрасное тело. И ничего нельзя предотвратить и изменить. Вот еще любопытная картина «Неравная пара». Богатый крестьянин и молодая куртизанка из мастерской Кранаха старшего. Куртизанка протягивает руки к дорожной сумке поклонника, и тот достает из нее деньги. Тема неравных пар и продажной любви. Да, и в XVI веке народ баловался подобным в полный рост. Но если отношения пожилого мужчины и молодой женщины были вполне себе приемлемы, то отношения между молодым мужчиной и пожилой женщиной общество принимало весьма неохотно. И Кранах пишет картину,
неравная пара, пожилая женщина и молодой мужчина, и создает в общей сложности около 40 полотен с подобным сюжетом, как в ту, так и в другую сторону. Картина «Уста истины. Собрание графини Харденберг» была некогда приобретена ее отцом, и в июле 2015 года на торгах впервые оказалась наиболее значительным из имеющихся в частных руках полотен Кранаха-старшего. За картину разгорелась жаркая аукционная битва между тремя покупателями. Картина была создана в Виттенберге около 1525-28 годов. Ее сюжет мифический и комический одновременно. «Уста истины. Львиная пасть» и сюжет отсылает к культовой достопримечательности Рима, древней маске речного бога в портике базилики Санта-Мария. Она даже появляется в фильме «Римские каникулы» с Одри Хепберн. «Уста истины» Лукаса Кранаха нравоучительный сюжет. Предание гласит, одному важному сановнику донесли, что его супруга изменяет ему с молодым любовником. Вот он и привел жену на площадь, где установлена скульптура льва с раскрытой пастью. Здесь она символизирует уста истины, своеобразный детектор лжи. В толпе присутствует и ее любовник, которого неверная жена подговорила притвориться дурачком. В самый ответственный момент он встал рядом с женой, озорно обнял ее. Когда к женщине обратились с вопросом, изменяла ли она своему мужу, она поклялась, что ни один человек, кроме мужа и этого дурака, никогда не прикасался к ней. Кранах разработал удивительно сбалансированную композицию в почти квадратном формате произведения. А расположение фигуры, цвета их костюмов придает отточенное чувство ритма повествованию. Дурак в центре композиции окружен парными фигурами судей и дам, изображенными в черных и красных костюмах, а шуба мужа справа от сцены перекликается с гривой льва слева. Справа Кранах изобразил лицо человека, смотрящего на зрителя и привлекающего нас самих в качестве свидетелей театрального представления. На переднем плане справа Кранах изобразил мужа-рогоносца в мрачном черном плаще. Пристальный взгляд мужа устремлен на льва в ожидании приговора. Прелюбодейка без страха уверенно вкладывает руку в рот льва с уверенностью, что ей не причинят вреда благодаря ее хитрому обману, скрывающему возлюбленного. Он одет в синий костюм с колпаком на голове. Так неверная жена провела простака мужа. Она сказала правду. Рука осталась невредимой, а муж обманутым. Во второй половине жизни Кранах меньше занимается собственным искусством.
почти все его время занято выполнением дипломатических поручений. Однако это приносит и неожиданные результаты. В 1526 году Кранах во главе посольства отправился ко двору курфюрста Иоанна III Миротворца, чтобы заключить предварительный брачный договор между принцем Иоганном Фридрихом и 14-летней дочерью Иоанна III Сибиллой Клевской. Эта поездка оказалась удачной и для европейской политики. Свадьба состоялась в 1527 году и особенно для истории мирового искусства. Кранах создал множество портретов Сибиллы. Именно она дала свою внешность типичному облику кранаховской женщины. Высокая блондинка с миндалевидными глазами, острым подбородком, вытянутыми очертаниями тела. Такими были его многочисленные библейские Ева, Юдив, Мария, житийные Лукреция и мифологические Венера персонажи. Старости Кранах работает мало, однако количество картин, подписанных его знаком, крылатым драконом, не уменьшается. Весьма плодотворна его мастерская, в которой он осуществляет общее руководство. Становятся сложившимися мастерами его сыновья Ханс Кранах и Лукас Кранах-младший. После смерти отца они примут на себя руководство мастерской. За всю долгую жизнь Кранах успел побывать придворным художником при дворах трех курфюрстов. Был дипломатом, политиком, камердинером. После смерти Фридриха Мудрого, не имеющего прямых наследников, Кранах остается при дворе его брата, Иоганна Твердого, и даже становится наставником его сына, Иоганна Фридриха, впоследствии получившего прозвище «Великодушный». Известно, когда Иоганн Фридрих попал в плен к императору Карлу V, Кранах умолял императора о милостивом отношении к своему воспитаннику. Позже, по просьбе Иоганна Фридриха, уже очень пожилой художник присоединился к нему в Аугсбурге. Прожил рядом несколько месяцев и после его освобождения в 1552 году сопровождал его в Веймар. Полотна авторства художника Лукаса Кранаха украшали дворцы знати и дома богатых горожан. Обилие заказов позволило Лукасу привлечь к живописи своих сыновей. В мастерской именитого живописца работал его старший сын Ганс, а позже к нему присоединился и младший отпрыск Лукас Кранах-младший. Октября 1553 года Лукас Кранах скончался в Веймаре. Кранаха, на 10 лет пережившего Ханса Хальбейна-младшего и на 25 Дюрера и Грунвельда, по праву можно назвать последним представителем великого поколения эпохи Северного Возрождения. Лукас Кранах-старший оставил грандиозное творческое наследие. В
котором ясно просматриваются все основные черты того явления, которое позднее искусствоведы назовут Дунайской школой, а самого Кранаха одним из ее основателей. Сегодня образы Кранаха, созданные 500 лет назад, узнаваемы и довольно популярны. Модные наряды с его светских портретов копируются реконструкторами и просто любителями старины. А анимированная картинка по мотивам многократно разработанного Кранахом сюжета «Адам и Ева» красовалась на заставке популярного сериала «Отчаянные домохозяйки». Практически все лучшие работы Лукаса Кранаха-старшего принадлежат коллекциям больших музеев. Его живопись и графика есть в коллекциях всех значимых музеев мира, поэтому каждое появление в открытой продаже работ, атрибутируемых именно мастеру, а не его кругу или мастерской, представляет собой значимое событие в мире искусства.